По словам путешественника, поход был тяжелым. Из 10 членов экспедиции до оси, которая связывает полушарие, добрались только 7. Одному понадобилась медицинская помощь. Погода постоянно менялась. Из-за ураганного ветра 2 дня не выходили из палатки. Солнце нагревает с одной стороны палатку, и мы вдвоем спиной садимся, спина греется, а ноги мерзнут. И вот так как там круглосутки день сейчас, солнце крутится, и мы за ним вот так вот крутились и грелись. До Южного полюса путешественники шли на лыжах, на санях везли продукты. Нехитрый скарб составил более 100 килограммов. Кроме того, что мы боролись с высотой, перепады там где-то 2700-3100 мы шли, и борьбы с холодом, с солнцем, с тем же, потому что мы полностью все закрытые. У нас еще и шла борьба друг за друга, то есть это единение все-таки помогло нам. Бороться с трудностями помогала и танка с изображением Хамбуламы и Тыгилова. Перед поездкой ее подарил Хамбулама Дамба Аюшеев с просьбой вручить ее полярникам. Руководитель полярной станции, американка, была растрогана вниманием и передала свой подарок буддистам. Ждали самолет, и пришел научный сотрудник и передал для Хамбулама Аюшеева от этого королевского пингвина с пожеланием, чтобы он оберегал всех буддистов в Бурятии от холодов. Но, как я понял из интонации, что он имел в виду не холод, не в плане мороза, а просто от всего. Участники экспедиции теперь зовут Андрея Ларионова совершить новое путешествие. Следующая точка на карте – самая высокая гора Африки – Килиманджаро. Надежда Хлыстова, Чингис Асадоев, «Новости дня».